Всем огромный привет! Каждый вторник я совместно с каналами «Новинки от Алины» и каналом «Анна Флорида» делимся с вами коллекцией своих быстрых блюд. Подписывайтесь на каналы, чтобы не пропустить новые рецепты. Все ссылочки вы сможете найти внизу под видео. Готовим сегодня невероятно вкусную сочную грудку, приготовленную за 5 минут на сковороде. Попробовав однажды приготовить так куриную грудку, вы другую грудку кушать не захотите и будете готовить только так. Куриную грудку разрезаем на кусочки толщиной в 1 см вдоль. Естественно, предварительно куриную грудку моем и очищаем от лишнего жира. Солим по вкусу. Добавляем специи. У меня смесь перцев. Далее куриную грудку поливаем растительным маслом без запаха с одной и с другой стороны. Хорошо разогреваем сковородку. Отправляем сюда куриное филе. Масло, заметьте, на сковородку наливать не нужно. Обжариваем 3 минуты с одной стороны на среднем огне, переворачиваем и обжариваем еще 2 минуты на среднем огне. Куриное филе за 5 минут готово. Такая вкусная сочная куриная грудка хорошо сочетается с салатами. Получается очень вкусный, сытный, полноценный обед или ужин. Желаю вам приятного аппетита и всего хорошего. Подписывайтесь на канал. До новых видео. Всем пока!